Да, ребят, привет. Реа Линда, Калифорния, 25 июля 2020. И вот сейчас у нас вечер практически. Обнаружил такую красавицу на дереве кадота. И вот это первый инжир у нас, у которого реально, видите, течет сироп из вот этого отверстия. У нас никогда такого не было. Первый раз я вижу такое вообще. То есть на фотографиях я у людей видел, но у нас не было такого. Настолько у него высокая сахаристость, что смотрите, прям сироп сочится янтарного цвета. Да, и он очень большой, огромный, нереально, нереально большой, для у нас таких не было до этого. Это обыкновенная кадота, кто не знает, это старинный сорт с острова Сицилии, итальянский, или сицилийский, потому что они говорят, что они не итальянцы, а сицилийцы. Да, сейчас взвесим, ребят. Да, вот такой 101, 102, вот тут, видите, зависит от 102, средняя 102, да, 102 грамма, ребят, гигантский, красавчик такой. Сейчас разрежем. Хотел сфотографировать вообще-то. Ну ладно, давай. Давай, порежь. Да, и так вот. Ну, не, нет, ты сейчас. Ну так режь. Да, вот такой он внутри. Да, вот он. Сироп на ноже. Вкусный. Вот такая красотища. А ну попробуйте. Порежьте. Мам, я здесь хочу сироп. Ну как у тебя, доча, сейчас? Сладкий? Давай я тоже попробую. Там сироп. Очень сладкий и сочный. Очень вкусный. Очень вкусный. Все, всем спасибо за просмотр.